Что, подводим итоги стартовой игры 15-го тура «Сиап» и «СКА Волна». У нас в студии главный тренер «Сиапа» Константин Анисимов и играющий тренер, наставник «СКА Волны» Николай Маркин. Что, господа, первый вопрос. Делитесь впечатлением от игры. Николай. Во-первых, спасибо «Сиапу». Респект большой, то, что игра состоялась такое утром. Я знал, что им было тяжело. Вот. Косте спасибо, Демиду спасибо. Вот. Игра, ну, впечатления какие? Игра, как обычно, «Сиап», это они любят играть с лидерами, отнимать у них очки. Они сами лидеры. Вот. Бескомпромиссная борьба. Но если так, конечно, обидно, да. Если сейчас немножко в сторону судейства откинуть, то обидно. Именно по игре вели 2-0, вели 3-1. Вот. Несмотря на такое как бы комфортное преимущество, знал, что игра будет до конца, они бьются всегда. Обидный больше первый самый гол. Игра стала даваться при 2-0, стали хорошо комбинировать. Вот. И пропустили обидную контратаку. Вроде опять два стандарта, если так, ну, расценивать. Немножко, конечно, ну, обидно. Я считаю, упустили, да. Вот. Но если взять опять, ну, я уже устал и не буду как бы комментировать. Я думаю, и «Сиапу» немножко сегодня есть вопросы. И у нас есть вопросы. Но оставим это, потому что многие, я вижу, говорят, что плачется насчет судейства, стали много говорить. Не буду ничего говорить. Андрею спасибо, что отсудил сложный матч. Вот. Но я думаю, у обеих команд есть вопросы. Хотя, если в целом, наверное, взять, может, результаты объективен. Константин, тебе слово. Ну, спасибо большое, конечно, «Волне» за такой поединок. Да, благодарю своих ребят, все хорошо. Отработали то, что надо, перестроились как надо. Домашние заготовки наши сработали, наконец-таки. Только подготовили и сразу сработали. Ну, в принципе, что судейство? Судейство на том же уровне, что и было. Ни вверх, ни вниз. Ты говоришь, тяжелый матч, так здесь в Суперлиге каждый матч такой. Тяжелый. Что значит тяжелый матч? Здесь можно с бровки судить тогда, если он тяжелый. Встань повыше и суди. Вон комментаторы иногда лучше судят. Здесь момент такой, что, ну, отрезками игра складывалась. Отрезками мы знали, что первые 10 минут «Волна» всегда играет хорошо. Поэтому спокойно перетерпели. Удаление какое-то. Вообще, честно, для меня это как бы удивительно. Я ничего не хочу сказать. Я как бы не такой импульсивный, конечно, как Юпитер. Ты про свое удаление или про Павла Старкова? Про Старкова, но просто за такое второе удаление, за такое как бы. То есть таких эпизодов в каждой игре по 5, по 6. То есть тогда давайте всегда желтые карточки за это. То есть здесь же наши игроки или игроки «Волны» также прихватывают с руками как бы и... Просто идет свисток, ну, штрафной. А здесь он нам удаляет человека за то, что он прихватил рукой чуть-чуть в центре поля. Я понимаю, как бы один в один там он бы уходил, не вопрос. Даже если бы 2-1 они там выходили бы, к примеру, да. Но там просто как бы игровой эпизод, он прихватывает. Все игроки наши почти на нашей половине поля. Непонятно, парни вытерпели, но пропустили как бы рикошетом первый гол. Уже на последней минуте, считай, когда в меньшинстве играли. Ну, молодцы, что, все хорошо. У нас все хорошо. Старт. Есть, конечно, потери в команде, но у нас команда из 13-15 человек, поэтому здоровье Вани Тараканова. Ну, ребята, как бы, Пан, Анрит, Саба. Конечно, в любом случае, если бы они были, я думаю, что игра сложилась бы чуть по-другому. А так, всех парней хочу отметить, молодцы. Ну, и, наконец-то, Ильич проснулся. Это приятно. Ждал я от него этого. Ты сказал про Тараканова, травма, да? Сегодня он отсутствовал, Иван. Нет, Ваня приболел. Приболел, он не то, что приболел, он прям заболел. Он уже в среду более-менее был без температуры, но не стоит. Здоровье важнее, как бы, и кондиция, он нам еще нужен будет на зимнем турнире. И так, как, поэтому большая температура у него была. Еще раз ему здоровья, пусть выздоравливает. Коль, скажи, пожалуйста, где Миронов, где Гусейнов, два футболиста, которые возмущались, очень были недовольны, они мне лично высказывали, что вот почему так рано, вот не проснулись? У Саши сегодня... Про Тимура ничего не буду отвечать, я не знаю, а то он обидится еще. Но он должен был быть сегодня, честно скажу, должен был быть, был в списке, вот. Сашу я сам отпустил, но попросили друзья из Аполло, там у нас по утрам есть там турнир один БГТУ, вот. Там маленький сбор был, и
Палю, ну, Антох Пале и Мирона, вот Игорь Казаков, наверное, все знают, кто это, попросил их туда. Я не смог отказать. Вот, ну, не хватало Мирона, да, Мирон сейчас в хорошей форме и в мини. И здесь с Достоевским, как бы, благодаря его действиям мы сравняли в Лиге Чемпионов. Саша сейчас молодец, даже ругаюсь на него мало теперь. Вот, ну, да, должны. Так вот вышло. Ну, с Тимуром, не знаю, я его сейчас спрошу у него, почему он такой нахал. Обидно, что его не было. Я думаю, он бы помог. Но Леваку сегодня сыграл, наверное, один из лучших своих матчей. Два забил, один отдал. Еще Тёма бы Егоров, если бы забил сейчас четвертый, то два бы забил, два отдал. Но Леваку сегодня молодец, заменил в полной мере Тимура. Вот, но Тимур нахал. Мы Алексея Баранова отмечали с Андреем Ивановым его действия. Я вообще хочу сказать, что Алексей набрал очень здоровскую форму. У него сейчас не так много футбола, он, наверное, скучает по нему. Вот. Очень мне нравится, как Алексей играет. Один из лидеров сейчас волны. Спасибо ему большое за то, что он всегда сейчас приходит с азартом, с желанием выиграть, с желанием бороться. Вы все видите, видите. Да, Леша молодец тоже. Кость, хороший отрезок, да, привели в меньшинстве, могли забить даже неоднократно. Как, насколько обидно было вот пропустить все-таки в эти последние секунды, и как оценишь вот этот свой отрезок вашей команды именно в меньшинстве? Да, ну здесь как бы формат турнира такой, что получается, ты в меньшинстве чуть подсаживаешься, а команде соперника, которая в большинстве, наоборот, приходится сзади оголять тылы, чтобы больше крутить на около ворот. Поэтому как бы момент, что здесь как палка о двух концах, что можно спокойно пропустить контратаку, что и получилось, в принципе. Они хорошо хотели перевести, буквально небольшая неточность передачи, то есть больше время для приема, все. То есть два человека вылетают на тебя, перехват, как бы контратака. Здесь тяжело, скорее всего, в большинстве здесь надо больше переводить на край и сразу поливать уже, как бы, потому что нет смысла додавливать до конца, потому что можно пропустить вот такую контратаку. Впереди зимний перерыв. Вот скажите о планах вашей команды именно этот отрезок, да, на зиму и итоги круга для вашей команды. Подойдите, Николай, Константин. Ну, сегодняшняя ничья, думаю, Костя со мной согласится в пользу Достоевского и Золотого. Кто-то бы выиграл, если... то, ну, поинтереснее, как бы, да, по очкам были бы небольшие разрывы, даже если там Золотой выиграет, вот, неважно. Вот кто сегодня у них выиграет, но это ничья им в любом случае на руку. Вот, круг, ну, Волна, наверное, первый раз в жизни круг закончила в тройке. Оцениваю положительно. Осталось побороться над психологией в плане вот команд из нижней нам части. Достоевский, Золотой, наверное, к сожалению, для нас, к счастью, для них обыгрывает такие команды регулярно. Мы иногда там можем с Пингвинсом потерять очки или там... Не помню, с кем мы там натеряли. Вот. Хороший круг, но можно было бы, наверное, лучше. Вот. С учетом всяких этих неурядиц, но я обещаю, я больше про судейство ничего говорить, ничего писать не буду. Вот. Но если вот этот круг оставить и последнее слово о судействе, я думаю, что мы могли бы быть повыше в гонке за чемпионство. А так, в принципе, более-менее доволен с этим первым кругом. А зимний, второй вопрос, да, зимние планы. Серег, ну, мы с тобой переписывались, да, я против играть 8 на 8. Хочу, у Волны есть мини-футбольные турниры, мы заявлены в двух мини-футбольных турнирах. Как бы всем время наиграться будет. Вот, и я не считаю, что... Я видел состав участников, да, примерно ты мне же скидывал, да. Ну, я не считаю, что Волна должна... проигрывать там по 5-6 мячей, мы своей репутацией как бы... Ну, это я так считаю, как Сергей Валентинович Бадакин считает, я не знаю. Может, мы решим играть. Лично я как бы не хотел, наверное бы. Если... Потому что мы создали дубль, да, Волна 2. У нас тоже там сначала много-много приходило народу. А сейчас у нас проблемы с составом. Еле народ иногда набираем, у нас проблема. Я видел это еще тогда, когда решалась, ну, эта ситуация. Сейчас на зимнем я боюсь, что может такая же ситуация быть. Нам Аполловским играть нельзя. Роме Шмонину играть нельзя, Гусейнову играть нельзя. И кто играть-то будет? Ну, зачем нам получать по 5, по 6 там, на этих вторых турнирах? Тем более мы являемся победителями в Коломягах. Не знаю, надо такое, надо пообсуждать, в общем. Еще время есть, не знаю. Будем в мини, скорее всего, играть. Что-то я уже забыл вопрос. Итоги круга и планы на зиму. Хорошо. Итоги круга. Привет Васе Васильеву. Автобус поехал.
Поэтому мы довольны, что у нас начинается то, что мы хотим видеть. И ребятам нравится, самое главное. Мне очень нравится это все. Руководство наше довольно. То есть итоги круга. Я доволен. Я доволен. Ребята молодцы. Хорошо. Единственное, что, честно говоря, меня как бы как тренера вообще не устраивает календарь в плане непонятия, что нужно делать. Как бы. То есть ты не можешь понять, что ты с кем ты будешь играть через две недели. То есть это как бы вот для меня лично как бы это большая проблема. Извини, перебиваю, эта проблема всегда такая была, первого круга, потом ты календарь зеркальный, все понятно? Мне как бы все равно до потом, то есть у нас сейчас минус 4 человека получается, то есть мне как бы до потом, я понимаю, что зеркально, но это неправильно, я считаю, что мне не подстроиться под формат, то есть я подстраиваюсь под волну, у нас мэт. То есть как бы вот даже последние вот эти туры, то есть у меня одно как бы в голове задание, то есть а получается совсем другое. И также потом, то есть во вторник я узнаю, с кем мы играем, там в понедельник, хорошо. Я считаю, что это неправильно. Нужно знать хотя бы на 5 игр вперед, с кем ты играешь. И что это там, одна команда выбирает день, другая выбирает время. Это, здесь как бы у нас либо турнир серьезный, где мы готовимся, то есть и все, мы знаем, что у нас есть в 9 вечера игра, все. То есть и я готовлю ребят, что через 2 недели у меня в 9 вечера игра. Они, у нас не контракты, ничего. То есть я могу выдернуть человека, вот как Юрий Коряга, спасибо большое, с Москвы приехал человек сегодня. То есть он приехал сегодня с Москвы, потому что нужно в 9 утра. Но это как бы тоже мы не можем спонсировать. То есть мы должны знать, что делать. Что делать наперед, чтобы я могу сегодня придержать двоих, но подготовить их через 2 недели, к примеру, к субботе. А то получается, мы здесь в субботу не можем, там в воскресенье не можем. И что, как бы я собираю эту мозаику, как бы это ни к чему. Это теряется, во-первых, и спортивный интерес от этого, как бы, потому что ну, не все всегда могут знать. Как бы. А так ты можешь построить какие-то планы, ты можешь построить календарь, ты можешь тренировочный процесс наладить. То есть у кого-то игры в Минке, у кого-то... Да мне вообще не интересно, честно. Это. Вот серьезно, мне как тренеру, мне не интересно, что там у соперника. Мне интересно, мы играем в 9 вечера, значит, мы играем в 9 вечера. И я знаю это, там за 2 недели об этом. То есть я считаю, что это правильно. Как бы я прошу там жену посидеть в 9 вечера, посмотреть футбол. А в 10 утра она не может. Она узнает об этом только в среду, к примеру. Понимаешь, о чем я говорю? Поэтому здесь момент такой. С этим закончили, хорошо. И что касаемо зимнего турнира, да, все отлично. Мы будем участвовать в восхождении, скорее всего, хорошее поле. Там мы готовы. Наоборот, мне нравится этот турнир, что можно по новой схеме отработать, посмотреть ребят на разных позициях. Как бы. Результат не давлеет нами, хотя репутация у нас тоже неплохая. Поэтому мы как бы переживать не будем, будем бороться. В прошлом году в тройке закончили зимний турнир. Поэтому нет, все хорошо, наоборот, турнир отлично. Все хорошо. Последняя рубрика, задай вопрос противнику. Николай, есть что спросить? С Константина. С Константина, да. Ну, Волна не противник, так скажем, приятный соперник. Да, поэтому вопрос. Вопрос будет элементарный. Как вам наши сегодня две домашние заготовки? Блин, классно. Плохо, но классно. Ну, хорошие голы. Особенно, если честно, мне понравилось то, что вы не забили. Угловой, возвращение обратно. И человек там на дальний, мы вообще потерялись. Еще угловой на ближнюю. Короче, ну, со стандартов сегодня вообще, если в целом взять ваши стандарты, и особенно эти две заготовки, которые у вас все-таки прошли, да, вы ставили нас в тупик. Это, ну, забили два гола, что говорить-то. Вы молодцы, работаете на тренировках. У нас в среду тоже было время, но отняли. Отняли в этом году время, не тренируемся. Вопрос. Когда вы, ну, началась эта вся ерунда с игрой, да, с нашей, тяжело ли вам... Два вопроса. Тяжело ли вам удалось вот решение поставить на утро и... Сильно ли вы как бы ругались на нас, и когда все-таки, ну, пришли к тому, что все-таки играть надо в субботу утром, а не в воскресенье в 23:30? Ну, прям все карты раскрывают тебе, да? Просто я говорю, что я... Нет, я про это уже говорил, что получается, что нам говорят, здесь выбирайте субботу, в следующее будет воскресенье, понимаешь? Потом говорят, ой, нет, в воскресенье вообще игр не будет, понимаешь? То есть как момент такой, то есть мы как бы... Мы в чате, у нас есть чат... Да, Дим, обещание не то, что плохое. Обещаний не давал. Да нет, просто он заложник ситуации. Здесь как бы можно сказать, что, скорее всего, ему нужно было там сделать так, как бы, а там дальше уже как бы, как, ну, как получилось, так получилось. Нам нужен был день
и время, понимаешь, то есть, но не воскресенье, но не, нет, Коль, вообще никаких вопросов к вам не было, просто мы не хотели играть, как бы, блин, вот в 11 вечера, понимаешь, вот это точно, как бы, железно, то, что мы не хотели играть в 11 вечера, то есть, да, когда мы сказали, что уже есть время, вот в 10 утра, все, я написал, парни, железно, в 10 утра, все начали говорить, окей, все, то есть, как бы, вопросов никаких не возникало, но в воскресенье играть в 11 вечера, как бы, это вообще, как бы, ну, финиш, честно, у нас не ночной футбол, а, вот что я хочу еще сказать. Я не читал, честно говоря, регламент, но что значит, он свистит и говорит, минута. У вас есть минута, то есть мы за эту минуту берем вещи, переносим на другую сторону, и он свистит и говорит, выходите на второй тайм. Это как? Вот сейчас у нас был момент, то есть перерыв. Есть какой-то регламент по перерыву у нас? Я, честно говоря, когда был перерыв, не смотрел этот момент. Вот было, Коль, такое? Он сказал, минута. Там, похоже, ну, он смотрел на общее время, отталкивался от аренды, как я понял, потому что он к нам подошел, не знаю, подошел ли он к вам. Андрей подошел к нам и сказал, что мы 59 минут должны освободить. Может, он руководствовался этим, что мы можем, если мы сейчас затянем перерыв, да, то вот эти ребята, которые сейчас бегают вот там, то они побегают на 5 минут позже, вот. Наверное, вот он этим руководствовался, но здесь я его, как бы, конечно, могу понять. Но то, что ты сказал по поводу календаря игр, первое, да, момент, и вот по поводу вот этого я абсолютно согласен. Я хочу первое заметить, что тут либо должны быть жесткие рамки, потому что играют хорошие футболисты, да, просто ставить команды, но сразу заранее, да, перед фактом, что ты знаешь, там, через 2 месяца, что у тебя игра, там, в воскресенье, там, в 8 вечера, условно говоря, либо не давать обещаний. Слава богу, честно, что Сяп вот так вот себя повел. Я обещаю, на самом деле, я хотел это сказать, я долго об этом думал, что во втором круге, если мы будем играть в последнем туре, да, то мы пойдем на уступки, вот, потому что в этот раз, я считаю, Сяп пошел на уступки, хотя мы могли в разное время играть, да, но им дали обещание, я считаю, это ключевой фразой, что им сказали, в воскресенье вы будете играть, у нас никто не спрашивал, мы в воскресенье, потому что, ну, должны быть какие-то определенные законы, Костя правильно подметил, вот, спасибо Сябу, вообще респект еще раз. Нет, ну понятно. Нет, я не говорю про Андрея, что он как бы, что он заложник этой ситуации по поводу времени, да, но должен быть какой-то, хотя бы там какие-то 5-7 минут для того, чтобы немножко подышать, прийти в себя, немножко объяснить ребятам, что не хватает, где добавить, что прибавить, наоборот, может быть, остыть, или наоборот, завести кого-то. А то, получается, минуты, это игра вообще... Игра за медали, игра за медали. Да. Это не на самом деле. Это не шутки, согласен, да. Ну, я не согласен, что не за 2 месяца, но хотя бы на месяц вперед, на 4 игры вперед, это будет хорошо. Все. Господа, нас выгонят отсюда уже с гаража. Все, спасибо огромное, до свидания.